Мы находимся на втором дне недели российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Александр, расскажите, какие цели преследуете, посещая данный форум, какие ожидания у вас от всей недели в целом? Я первый раз на неделе ритейла российского. Вот мы, как финансовая организация, очень хотим устроить какие-нибудь встречи или интересные мероприятия для коллег, которые занимаются продажей и реализацией товаров и услуг нашим гражданам. Вот, соответственно, приготовили для них несколько интересных решений, помочь с программами лояльности, помочь с финансовыми и нефинансовыми сервисами. Вот, возможно, найдем себе новых коллег и новых партнеров для того, чтобы продвигать наши сервисы и финансовые, и нефинансовые продукты. Как вам аудитория, которая здесь собралась? Есть ли среди них те люди, которые потенциально могут быть контрагентами вашими? Да, я очень надеюсь. По списку приглашенных гостей очень насыщенные, очень интересные люди. Присутствуют профессионалы своего дела. Очень хотел бы там прям отметил себе нескольких коллег, которые сейчас, используют новые решения. Я думаю, что мы сможем им как раз предложить. Вот. Но еще не со всеми познакомился, поэтому еще есть время в течение дня познакомиться с интересными коллегами. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с новыми гостями. Второй день.